Фредди Крюгер, приди. Мартин! Что ты делаешь? Нет! А, черт! Я хочу проснуться! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и это второй сезон «Вызова духов». Итак, вы уже многие знаете, что в моих руках находится планшетка для «Вызова духов», ребята, и... Вы можете выиграть эту планшетку. Все, что нужно сделать, это снять сторис, отметить меня, Ирину Ясинскую, в вашем сторис и написать «хочу планшетку». И, ребята, возможно, вы сможете получить и стать обладателем этой крутой планшетки. Кстати, мне кажется, она даже круче, чем какая-то кнопка Ютуба. В общем, ребята, розыгрыш состоится к Новому году. Точную дату я объявлю в своем Инстаграм. И, кстати, это не главный приз. Есть много других призов, которые я также разыгрываю в своем Инстаграм. В общем, подробности в описании. А сегодня мы будем вызывать духа Фредди Крюгера. Погнали! Итак, ребят, я неоднократно на своем канале вызывала Фредди Крюгера. Ужасный монстр, ужасный, страшный человек, который поедает детские страхи. Он приходит к вам во сне, пугает вас и питается этими страхами. И приходит момент тогда, когда вы становитесь полностью истощены. Из вас как будто вынули душу, и вы становитесь не человеком. В общем, это страшный Фредди Крюгер, который, ну, на самом деле, отвратительный человек. И неоднократно мы его вызывали. Он жутко страшный. Но сегодня произойдет кое-что, чего вы не ожидали. Помимо того, что я призову Фредди Крюгера, я попробую наладить с ним дружеские отношения. Посмотрим, получится ли это у нас. Для того, чтобы призвать Фредди Крюгера, я должна произнести 3 раза «Фредди Крюгер, приди» и принести жертву. Я что делаю, ребят? Я делаю понарошку, как бы надрез вот этой планшеткой. Потом... моя рука пачкается кровью, но кровью не как будто я там жертву кого-то принесла, а, допустим, там кусок мяса у меня в морозильнике валяется, я его размораживаю, там остается кровь. Вот именно этой кровью я мажу руку, даю вход в портал этому духу, и дальше происходит жесть. Поэтому сейчас мы делаем 3 раза «Фредди Крюгер, приди», а потом открываем портал. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Фредди Крюгер, приди. Фредди Крюгер, приди. Фредди Крюгер, приди. Я открываю портал для того, чтобы сюда смог войти Фредди Крюгер. Где я? Я в потустороннем мире. Так, я чувствую здесь все по-другому. Фредди здесь. Как будто бы это все сон. Как будто бы это все сон. Камера. И я должна буду снять его. Ребята, я надеюсь, что вы все это увидите. Я принесла в жертвы свою кровь. И сейчас я пойду искать Фредди Крюгера. Вы в моем сне. Давайте вместе посмотрим на это чудовище. Ужас и страх. Мурашки идут по коже, когда я называю имя Фредди Крюгера. Но сегодня... Нам с вами предстоит встретиться с ним.
в этом мире, мире снов. Слышите? Слышите это? О боже! О боже! Вы видите эту клешню? Это рука. Ты! Фредди! Здравствуй! Помните наш план? Мы должны с ним подружиться. Я твой друг. Я такой же плохой, как и ты. Мне нужно с тобой подружиться. Можно твою руку? Ребята, вы представляете, я трогаю его лезвие, лезвиями которыми он просто делает просто всякую жесть. Что это, черт возьми, что это? Сумасшедший псих! Ребят, здесь какая-то лужа крови просто на полу. Что ты делаешь, чокнутый придурок? Фредди Крюгер, что ты делаешь? Жесть просто, ребята, я не знаю, что тут творится в потустороннем мире. Это просто жесть. Что ты делаешь, мерзкий ублюдок? Я хочу с тобой дружить, я сказала тебе. Дружить? Давай дружить. Заберу тебя с собой! Нет! Нет, пожалуйста! Портал! Нет. Я заберу тебя в портал! Нет! Нет! А, черт! Жесть! Это просто жесть! А, скорее! Фредди Крюгер, прощай! Фредди Крюгер, прощай! Фредди Крюгер, прощай! Домой, ставь лайк, пиши, какого следующего духа мы будем вызывать. Ребят, со мной все в порядке, не переживайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А на моем втором канале очень интересные, страшные, сюжетные видео «Есинская Пэтс». Ссылки в описании. До новых встреч, пока!